как не спечется, как назло. Аж Кым проголодался. Я тоже проголодалась, мы же не ели. В общем, покажу, что есть. Потом хачапури попозже будет. Ась Ким, виним замерз, виним аж Ким. Аж Ким, гюзель. Посмотрите, мои хорошие, вот чорба у нас мерджимек. Вот такие ляжки сделала. Мерджимек байлдым. Мерджимек байлдым. Вы представляете, ему понравилось, как я сделала последний раз. Вы представляете, я вас научу, если хотите. Салат, голубцы и будем ждать хачапури. Выпивки у нас нету, говорю сразу, сейчас пост. Мы с Ашкемом потом, ну, когда все это закончится, проведем хорошо время. Ну все, всем приятного аппетита. Я тоже сажусь и жду хачапури. Сидим, кушаем. Вот такие хачапури у меня вышли. О, без желтка, поэтому не такие желтые. Ну, вкусно. Ну, вот видите, я сижу одна. Никак не могу доесть вот эту свою одну ляжку. Представляете? Ашкин также ест. Вот, все целое, все целое. О, салат целый. Ой, телевизор. Ашкин сес душон лютфен. В общем, вот такие дела, мои хорошие. Так мы сидим, кушаем. Ашкин быстро ушел, поел на ходу. Он быстро кушает. Я не могу так быстро. Записывается, да? Я должна пожевать. Вы знаете, что такое вкусная курица вышла. Мукбанг сейчас с вами сделаю. Мукбанг, мукбанг. В общем, вкуснятина такая. А он и корочку, как я обожаю, корочку. Многие же делают мукбанги, правда? Салатика чуть-чуть. Ну так мы едим. И удивляюсь, а? Вроде бы салатик кушаю. И удивляюсь, знаете чему? Вот вроде бы кушаю, да? Худею. Целый день не ем, потому что день какой вообще непонятно. Ютуб еще не заглядывала. Некогда, сами понимаете. Так плохо из-за этого карантина. Скучно день рождения. Ну а что? Вы знаете, что со старой, с возрастом все меняется. Не хочется этого вот шума, гамма. Как я жила? Вспоминаю 10 лет назад. День рождения. Это раз в году. А? Ну это раз в году, но с ума сходить можно. Вообще, мне кажется, замужество мне пошло на пользу. Да, вот я нашла себя, нашла свое призвание. На кухне с вами общаться. А если бы замуж не вышла, вы бы так и не знали обо мне. Не так ли? Соус не знаю, какой в этой курице. Ну, обалденная. Посмотрите, какое мясо. Это же готовое он купил в Карфуре. Так делают? В маркете, они готовый соус. А на сколько времени постояла? Вы представляете сейчас? Ну, здесь, наверное, томат будет там. Пряности, но само то, что она сколько времени полежала, запах обалденный. Обалденный вкус. И уже так приятно. Весна пришла. Вы представляете, я до сих пор, значит, не убрала свои зимние вещи. А я физически не успеваю. Знаете, что вы так не видите, что я ем, не так ли? Сейчас хоть вы чуть-чуть видите, да? Ну вот Ашкин не поел хачапури. Надо же его тоже заесть. Вот так вот он ест. Вот моя тарелка. С этой стороны чуть-чуть пожарилась. Это нет. Знаете, почему здесь не такое? Желток же я не положила. Сок, апельсиновый. Вы знаете, что очень многие мукбанг записывают. Мукбанг. А я первый раз. Ну, мне так интересно, нравится вот эти видео с собой. Я так с таким удовольствием смотрю, как они кушают. Такой аппетит у меня нагоняется потом. Особенно я любила
Раньше еще YouTube не смотрела, когда нечем было заняться. Ашка смотрит какую-то передачу. А я в телефоне копошусь и смотрела, знаете, кого? И тайландцев, и японцев, как они вот положат все, суши, там разные эти морских обитателей. И все это поглощали. У меня рот вот так вот открытый был, и я вот тогда вот ела вместе с ними и худела так, представляете? Мне так нравились они. Сейчас, конечно, я уже не смотрю вообще, где что. Сейчас, если кого-то посмотреть, друга, ютубера, вот не получается. Хочется, но не получается. Хачапури обалденно. Делайте тесто, как я вам сказала. Вообще, я думала, что оно засушится. Очень вкусно. Как раз завтра придет его племянница. Покушает все. Голубцы, вот, подогрела я 10 штук. Не кушаем мы. Салат этот. Еще я вот сделала, знаете что? Это с майонезом. Две ложки майонеза, в основном йогуртом. А так, остальное я не солила и спрятала в холодильник. Почему не кушает мой муж? Это тоже поем, да? Ложечку. Вот такой Ашкин. Хичимьор, Ашкин емьор хич. Ашкин, Ашкин беден беден бени емекли. Ну такой он, да, знает норму во всем. Я не знаю, раз я ем до сих пор. Ну хотя бы одну ляшку должна съесть. Не так ли? Сейчас мы с ним, а потом будем, знаете, что делать? Чай пить с тортиком. Ой, вкуснятина такая. Обалдеть. Никак не могу съесть это, представляете? А что мне персу? А вы день рождения как отмечаете на карантине? Можете сказать? Гости не приходят тоже? Конечно, скучно, когда детям можно сделать праздник. Это сейчас, мне кажется, праздник будет для нас тогда, когда мы выйдем на улицу. Мои внуки сейчас звонили. Ашка, мы поздравляем. Happy birthday to you. Пели, пели. Это маленькая. Так сладко это. Моя дочка говорит, забери ее на 3 месяца. А я сказала, доча, я же работаю. Она говорит, она тебе говорит, будешь записывать с ней видео на YouTube. Надо же за ребенком смотреть, сколько времени. Он говорит, забери ее, она такая хорошая, она правда так любит Ашкыма. Не могу закончить. Ну-ка, осталась я сама, да? Ашкам что делает? Покажу вам. Ашкам не я пью. Чахмах толдурьер, Машка. Не обожаю. Зажигалку заполняет. Ну так мы сидим, так мы весело. Ну ладно, буду вставать, я уже наелась. Надеюсь, мукбанг со мной понравился. Ну я так культурно ела. Мои хорошие. Вот и настало время чая и моего отдыха, мои хорошие. Посмотрите, соседи нам принесли. Чайля. Я им оливье отнесла, так как мы не кушаем. А они нам принесли кекс. А вот посмотрите, мороженое Ашкин взял. Вот так вот в Турции принято. Тортик чуть-чуть и мороженое. Сейчас с Ашкимом моим будем пировать. Чаёмничать. Да, Ашкин? Да. Да? Чайчик же с вездюром, да. Да. Соли бирше, Ашкин? Не вар, не йог. Бенче, чайна дондурма елме. Чай ве дондурма. Говорит, и чай, и мороженое. Ама... Кек норма. Ашкин, дондурма да йог, надо сказать. Reçel de yiyorlar.
Балда отвела. У вас, говорит, и мороженое... А бересеса, то что набелилось у нас? Он говорит, у вас, говорит, и этот едят. Варенье с чаем. Ну вот так у нас едят варенье с чаем тоже. Ой, все, хрустит, хрустит. Сегодня я не сделала зумбу. Зумба я в Мадридбурге нашла. Ау, все бельмерсы. Ой, мои хорошие, ладно. Буду заканчивать, а то видео, наверное, очень длинное получилось. Ну вот наш и закончился день рождения. Турции вот так вот отмечают на карантине. Бендюром карантина были Дугунгену. Не пьерно. Не пьерно Дугунгену были. Я была. Дугунгену. Дугунгену были без я. Не яптык без. Парти. А? Парти. Что говорим, сами не понимаем. Тамам. Дондурмалы парти. А, вечеринка мороженого. Аськи! Эфендова. Söyle bir şey arkadaşları bize. Seni çok kutladı bugün arkadaşları. Söyle. Teşekkür, teşekkür. Serçe var. Kürtçe söyle. Я говорю, тебя так много Кюрче поздравили сегодня в Инстаграме, в Контактах, в Одноклассниках, в Фейсбуке, Мессенджере. Спасибо вам большое. Çok teşekkür ederiz canımları. Ну вот и закончился у нас день рождения. Я немножко отдохнула, привела в порядок кухню всю, помыла свою духовку, все капитально, прямо аж приятно так, все чистенько, полы перемыла, посмотрите, машинка работает, сижу работаю, пока загрузила новое видео, мои хорошие, загрузила новое видео для вас, чтобы вы смотрели. Машинка работает, все перемыла. Видите, как вот так вот у нас проходят дни рождения в Турции на карантине. Если бы карантина не было, может, мы бы пошли со Шкылом где-нибудь, погуляли бы, потанцевали, как хочется вообще. Сейчас знаете, сколько времени? Посмотрите. А я в бодром состоянии, мы выпили, Ашким там телевизор смотрит, я здесь отдельно. В свою комнату не пошла уже там в кабинет, мне здесь так удобно. Посмотрите, сколько время. А мы в бодром состоянии. Представляете, полила цветочки я свои. Противни все сушатся. Цветочки. 3 часа ночи. Луна такая, видите? Луна. Ашким что делает? Сейчас мы сделаем сюрприз. Ашким. Иге джилер соле инсалары. İyi geceler. Nasıl? İyi geceler Sasha. İyi geceler aşkım. Uyku var mı? Yok. Spać хочешь? Olmaz. Aşkım, начало четвертого не хочешь? Не хочешь. Не хочешь, не хочешь, видите? Вот так вот мы расслабились. Не хочет, Ашкам, не хочет. Не хочет. В общем, такие вот делишки. И что? Буду ждать сейчас. Пока сна нету, поотвечаю на ваши комментарии. А то же я так... Вы ждете моих ответов. Ну, что-то у меня в компьютере клавиатура Ф. Мне вообще не нажимается буква Ф. Так трудно вообще. Ну ладно, буду заканчивать это видео. Надеюсь, вы досмотрели его до конца. Ну, а завтра будет завтра. Посмотрим, что я вам покажу интересного. И скоро-скоро приближается конец карантина, и мы как птицы улетим на волю. Все, всех люблю, целую. Пока-пока. С вами была Светлана и Эндерата.